Итак, в нашем финале представитель клуба «Монако». Людмила Ташлицкая. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел. И ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на я прощаю одиночество и грусть. Ты сказал, что их я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. Я немыслимой ценой и своей мечтой заслужила это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она.